Всем огромный привет! Сегодня к ужину готовлю чахохбили. Не могу утверждать, что это оригинальный рецепт, потому что их множество, но уверяю вас, по этому рецепту чахохбили получается очень вкусное. Готовить я сегодня буду в своей новой жаровне ВОК фирмы Фрайбест. Это литая жаровня с керамическим покрытием, которая содержит слой анионов, обладающих антибактериальными свойствами, что позволяет сохранить приготовленную пищу свежей намного дольше. В комплекте идет стеклянная ударопрочная крышка с усиленным пароотводом. Я очень давно пользуюсь посудой этой фирмы, и у меня ее достаточно много. Одна из них – это моя любимая блинница, на которой я пеку все блины. Вы, мои дорогие подписчики, постоянно спрашиваете в комментариях, какой же она фирмы. Так вот, от всей души хочу порекомендовать вам посуду Фрайбест. Ссылку на официальный интернет-магазин компании Фрайбест я обязательно оставлю в описании под этим видео. Разогреваем жаровню и вливаем растительное масло. Выкладываем курицу и обжариваем. Можно использовать целую курицу, но у меня сегодня голени и бедрышки, которые я для удобства разрубила напополам. Тем временем я нарежу лук четверть кольцами. Помидоры я залью кипятком, очищу от шкурки и нарежу кубиками. Нам нужно мелко нарезать чеснок и кинзу. Кинзу я буду использовать нарезанную, заранее замороженную. Как только курица подрумянилась, добавляем сливочное масло и лук. Все хорошо перемешиваем и оставляем лук томиться. Затем подсаливаем и перчим по вкусу. Спустя несколько минут добавляем чайную ложку приправы хмели-сунели и по желанию пол чайной ложки красного острого перца. Выкладываем помидоры. Также их немного подсаливаем. Перемешиваем, накрываем крышкой, убавляем огонь и тушим до готовности курицы минут 30. Как только курица готова, добавляем 2 столовые ложки ткемали, у меня гранатовый, нарезанный чеснок и кинзу. Еще раз хорошо перемешаем, выключаем плиту, накрываем крышкой и пусть настоится еще минут 10. Как вы поняли, чахохбили – это очень вкусное, ароматное и совсем несложное блюдо. Рецепт простой, пробуйте, готовьте. А я, в свою очередь, буду ждать от вас отзывы у себя в комментариях. Я все читаю и стараюсь всем ответить. Все, спасибо, что вы со мной. Подписывайтесь на мой канал. Ну и всем пока-пока!